Всем привет, с вами Тимон 984, и да, как вы прочитали, думаю, по названию видео уже, вы поняли, моему каналу исполняется 2 года, и это здорово. Именно сегодня, 4 августа, я зарегистрировал свой канал на ютубе 2 года назад, в 2017 году, но кроме всего прочего, сегодня еще и мой день рождения. Я не помню, как так получилось, и что-то даже я не помню, о чем я думал, почему я зарегистрировал канал именно. Ну, то есть, изначально у меня был канал на Твиче со стримами, а потом в какой-то момент я решил, что пора бы сделать канал на Ютубе, я не знал даже, что буду точно записывать, ну, связан с Хардстоуном, и выложил пару видео там. Открытие паков было под музыку, как вы помните, первые самые выпуски открытия паков, самые истоки, под музыку. То есть я записывал, открывал паки на записи, накладывал музыку, у меня был ни моего голоса, ничего такого. И потом этот канал как-то переродился в то, что вот дальше я потом играл в Хардстоун, когда-то даже обозревал колоды. Потом началось такое, что у меня были еженедельные видео, выходило каждую неделю потасовка, обзор новой потасовки. Мне казалось это классно, но потом мне это, если честно, надоело. И как-то я забросил это дело, и в итоге канал перерос у нас в такое, как бы, открытие паков, где мы просто болтаем и открываем пакет карт. И это было бы правильно, если бы это видео было бы в виде открытия паков. Но есть одно но. У меня есть, конечно, паки, но мне их жалко открывать. По одной простой причине, что 6 числа выходит у нас обновление Хардстоуна. Новое дополнение. И там открывать паки эти будут. Как бы, если я выложу сейчас 4 августа открытие паков того, что у меня есть, и даже если не буду тратить монет, то там я открою, ну, сколько у меня? 20-25 паков будет. Ну, блин, мне хочется на открытие паков побольше открыть, и поэтому я решил, что это будет обычное видео. Я даже не знаю пока что, я сейчас просто делаю запись голоса, потом наложу что-то, не знаю в каком виде. И, в общем, что я хочу сказать. Прошло 2 года, у меня изменился еще канал тем, вот я, кстати, не договорил фразу. Это записываю одним дублем, просто поболтать. Еще дальше в какой-то момент я стал обозревать у нас игры на канале. Ну, потом тоже забросил, хотя просто... В чем проблема? Не хочу обозревать игры на телефон все подряд. А вот серьезно, на iPhone нету нормальных игр. У меня есть геймпад для iPhone, и хотелось бы, наверное, может быть, игры записать с прохождением. Мне хотелось бы записать игру на телефон, которую можно пройти, но я тоже что-то такого пока ничего не нашел. Хотя есть у меня идейка. В общем, это все на потом, вот на следующий год. Который вот начинается на следующий год моего канала, все можно сделать. В общем, и потом в какой-то момент я решил, что... А почему бы мне не попробовать, это уже, по-моему, очень недавно, начать видео про фильмы. И вот я долго думал, что делать, и родилась тема на моем канале Мувизор, который сейчас выходит нерегулярно, но в основном по Марвелу, потому что я... Большой фанат Марвел, конечно же. И, в общем, не знаю. Да, кроме того, всего прочего, то есть у меня сегодня день рождения. И... Да, каюсь, я записываю это видео заранее, потому что я буду занят в свой день рождения, но выйдет оно 4 августа. В общем, не суть. Я хочу поговорить вообще о планах на свой канал и просто поговорить, что произошло за это время. На канале много чего изменилось. Я сам пересматривал неоднократно свои видео первые. И за 2 года много чего изменилось. Хотя я очень хочу, наверное, что-то изменить вообще в плане своих видео, в своем преподносе видео. Но пока что у меня идей не очень много. Ну, то есть, мне достаточно записывать открытие паков, но только... Есть та самая главная проблема, что нужно где-то взять эти паки. А вы сами понимаете, что паки в Хардстоуне добывать не так просто. И поэтому, я не знаю, напишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть
на моем канале еще, может быть, ну, связанное такое, что с играми и все такое, думаю. И, может быть, тогда я что-то попробую сделать, если напишите, но не могу обещать ничего. Эх, блин, не знаю, что сказать даже. Ну, в общем... Так, молчание, мне это не нравится, ладно. Что-то пошло не то, не так. А, по поводу стримов, что могу сказать. Да, в этом году я перестал стримить. То есть, ну, летом я думал, буду стримить. Ну, я учусь сейчас в университете. И поэтому у меня не так много времени вообще заниматься каналом. Но я стараюсь. Я стараюсь хотя бы... Даже вот когда у меня свободное время играть в Hearthstone, чтобы не пропускать дейлики и копить монеты, чтобы хотя бы регулярно... Но, блин, я хотел довести до регулярного открытия паков. Ну, то есть, раз в... открытие паков раз в месяц или там раз в 2 недели, это тяжело, потому что либо их будет мало, либо... То есть, у меня нет никакого графика открытия паков. По поводу фильмов, теперь не знаю, что... Можно было больше, наверное, да, делать обзоры на фильмы, но я, не знаю, старые фильмы обзоревать тоже как-то не очень, поэтому, как бы, я не знаю. Плюс, я не знаю, как привлечь еще больше аудитории на канал. Ну, то есть, действительно, за 2 года мало подписчиков, но я не бросаю канал, потому что мне жалко. То есть, когда-нибудь, может быть, рванет, не знаю. По поводу критики, когда кто-то что-то там пишет на это, я, честно говоря, не реагирую. Да, я удаляю такие комментарии, бывает, но просто... А зачем? Зачем с людьми ругаться? Есть человеку... Есть люди, которым это хочется. Может быть, я сейчас не в то русло пойду, но, в принципе, мы просто разговариваем. Так что, не знаю. Есть люди, которым просто хочется ругаться с кем-то. Я не влазю в такие конфликты на канале, но не знаю, были такие случаи, но вы, конечно, их не видите, потому что я удаляю комментарии. Мне пофиг на этих людей. Как кто-то там пишет, отписка, все, да валите, мне все равно. Ладно, сейчас не об этом вообще суть, а по поводу фильмов, я не знаю, я в основном, я пытался сделать, ну как, пытался сделать что-то кроме первого впечатления, но в итоге у меня так руки не доходили доделать его, это... первое впечатление. И, в общем, основное, конечно, на моем канале это открытие паков. Я хотел еще в каких-нибудь играх пооткрывать паки, но я не нахожу игр, в которых можно открыть что-то за вот действительно интересное. Ну, то есть, во-первых, я не нахожу действительно интересных игр, где можно было бы открывать паки. Раньше отличная игра была, хотя я вообще никак нет, то есть не положить, не отрицать, никак не отношусь к футболу. Не люблю его и все. Но я не говорю, плохо это или хорошо про футбол. Но мне нравилось играть в FIFA. И раньше была мобильная версия FIFA, FIFA 16. И как бы там можно было открывать паки. То есть можно было накопить и монет, и поинтов, и открывать за них паки. И это было здорово, это было классно. А потом сделали эту дурацкую FIFA Mobile. И да, там тоже можно открывать паки, там также можно копить монеты и все такое. Извиняюсь. Там также можно открывать паки и монеты, но проблема в другом. Проблема в том, что сама игра неинтересная стала. То есть, допустим, я и так не фанат футбола, но простой матч на геймпадике сыграть я не против. А вот эта фигня, которая... Что там, всякие вот эти режимы, где забить гол с такого-то расстояния, что такое, там, выиграть матч, начиная с такой-то минуты, со стольким, с таким-то счетом, это фигня, это полная хрень, ребят. Без обид, если кому-то нравится эта игра, не знаю, хотя по комментариям не особо. Другое дело, FIFA на PS или что-то такое, но у меня нет PlayStation. И как бы нет в планах ее покупка. Я хотел еще попробовать записать, не знаю, обзоры на приложение на Mac там или на iPhone, что-то такое, но тоже руки как-то не доходят, потому что нечего делать. Даже
даже подумал сначала записать видео, что установлено на моем iPhone. Но да, у меня установлено много чего. Ну, блин, тут такие хрени, как Макдональдс, Алиэкспресс, сменяются Хэрстоуном и всякими кинотеатрами, батлнетами, калькуляторами. Тут нечего, ребят, рассказывать, вот честно. Поэтому мой канал так и остается по открытию паков. Ну и добавил я фильмы, которые, может быть, попрут, может быть, нет. Не знаю. Что касается вообще в целом концепции моего канала, за 2 года много чего изменилось, и я не знаю, что будет в этом году. Возможно, что-то новое будет, возможно, нет. Неплохо, в общем, было, что Assassin's Creed я начал записывать не обзор на игру, а прохождение игры Assassin's Creed Identity, который на iPhone. Но тогда у меня еще был iPhone 6, и в первом видео было, ладно, более-менее, второй выпуск уже лагал, потому что я записывал их разом, а выложил, а третий выпуск, все, я понял, что не надо это делать, не надо записывать, и остановился. Это был просто адский лаг, и хотя почему-то я хотел удалить это видео, хотя почему-то люди все равно его смотрят периодически. Наверное, интересно. Возможно, я его запишу, потому что сейчас iPhone мой позволяет это делать, пройти. Но мне сама игра не особо понравилась. Я не знаю, во что поиграть. Мне не жалко заплатить за игру денег. Ну, только не за Super Mario Run, который я тоже хотел купить сначала, но, блин, ну, дорого. Мне не жалко 700, сколько она там, 50 рублей стоит или что такое за игру. Мне жалко за такую игру, она не стоит столько. Много вообще, наверное, есть игр, но напишите в комментариях, что вы хотели бы посмотреть обзор на игры какие. Ну, только, естественно, на телефон, чтобы эта игра была. И чтобы она стоила, ну, конечно же, не больше, наверное, 400 рублей, возможно, я ее пройду. Только чтобы игра была по прохождению, чтобы она была по красивой графике, чтобы была игра неплохая и желательно поддержка геймпада. Тогда мы пройдем игру или что такое. Я планирую записать видео по поводу, но не могу точно обещать, буду или нет, игры Marvel Future Fight, потому что я в нее сейчас играю. Но в последнее время мне тоже не делать как-то стало нечего. Поначалу было интересно играть, а сейчас только зашел, забрал сундук, забрал всякие, открыл, ну, забрал ежедневный бонус, забрал это, подарки всякие, и все. Не знаю, у меня как-то интерес к ней упал. Хотя игра сама классная, просто мне стало скучно. Не знаю, может быть, заново начну. Что ж, я не знаю, что еще сказать. Это должно было такое быть видеоразговор. Я не знаю, что я там понаговорил. Не буду я переслушивать, проверять. Просто наложу еще какое-нибудь видео сверху. Возможно, Hearthstone какой-нибудь. Не знаю. Но вы-то видите, что здесь наложено уже, если вы смотрите это видео. То есть в виде видео. А с вами был Тимон 284. С днем рождения меня, с днем рождения мой канал. 2 года вы со мной. Кто-то меньше, кто-то больше. Спасибо, что подписываетесь периодически, ну, иногда. Всем удачи, пока-пока.